Не откладывать с вакцинацией от гриппа решили сотрудники Департамента по охране общественного здоровья и выстроились в живую очередь. На личном примере они решили показать, что бояться вакцины не стоит. Специалисты уверяют, качество российского препарата подтверждено в Национальном центре экспертизы. Чтобы избежать тяжелых последствий, Алмат Кусалиев вакцинируется ежегодно. Тем более сейчас прививку можно сделать бесплатно и в любое удобное время. По прогнозу ВОЗ, в эпидсезон 2019-2020 года предполагается циркуляция трех штаммов вируса. Это H1N1, H3N2, а также B, которые по рекомендации той же ВОЗ включены в состав трехвалентной вакцины, применяемой в Казахстане. Противогриппозные вакцины ежегодно обновляются в зависимости от циркулируемых штаммов. В 2019 году на бюджетные средства было закуплено 123 375 доз вакцины. Гриппол плюс производство России. Вакцинация против гриппа началась в Шымкенте 1 октября. Чтобы сформировался иммунитет, требуется около 2 недель. Прививки, сделанные в начале осени, помогут в самый разгар холодов не подхватить ОРВИ и грипп. Правда, даже вакцинация не спасает от вируса гарантированно. Она предотвращает осложнения и гарантирует легкое течение болезни. 123 тысячи шымкенцев находятся в группе риска. Это люди с хроническими сердечно-легочными патологиями, часто простывающие дети и беременные. 18 тысячам из них уже сделали вакцину от гриппа. Осложнений от вакцины, проведенной вакцины, нет. Пациенты, получившие вакцинацию, перенесли хорошо, реакции не было. На сегодня планировано 7578 пациентов из группы риска. Беременные, к ним относятся беременные 2-3 триместра. У нас запланировано 400. Медработники, они составляют 300 человек, все они провакцинированы. С заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями легочной системы, нервной системы, с анемией. Вся процедура занимает не более 10 минут. Привиться можно даже с насморком и легким кашлем. А вот при высокой температуре стоит подождать выздоровления и проконсультироваться с врачом. Бесплатно и в первую очередь прививку сделают детям, беременным, пожилым людям и самим медикам. Остальным за препарат придется заплатить около 5000 тенге. За деньги от гриппа прививают в 3 частных медцентрах Шымкента. Мы все делаем, всей семьей вовремя вакцинируемся. Болеть гриппом не хочется. Профилактическая польза вакцинации от гриппа очевидна. В прошлом году опасный вирус в городе-миллионнике подхватили всего 107 шымкенцев. Традиционно пик заболеваемости ОРВИ и гриппом придется на январь. В это время врачи рекомендуют даже привитым людям долго не находиться на холоде, тщательно мыть руки и носить медицинские маски. Анастасия Новикова, Дастан Абдиев, Нургельдес Адуакас, информационная служба телекомпании «Отрар».